Всем привет! Решил я освоить технологию ПДР, поэтому строго меня не судите, я только начинающий ученик. Просмотрев кучу информации в интернете, я начал скупать инструмент для этой работы и потихоньку буду учиться. Начну, естественно, с наименьшего, вот с этой маленькой ямочки. Для этих целей я сейчас имею клеевой пистолет, вот такие хреновики, мини-лифтер, полиэтиленовые для усадки металла. Ну что, приступаем. Приклеил. Ждем 5 минут. Итак, клей застыл. Будем пробовать. Не спеша, ну что, получается, то сейчас такой маленький бугорочек, который нужно посадить. Вот он. Сейчас его посадим, и все будет нормально. Thank you.
еще есть небольшая такая ямочка. Но еще раз приклею. Я думаю, будет, что это будет уже финишная. Вот так вот. Итак, опять подсохло. Но сейчас я, наверное, не буду до конца, что подщелкиваю. Ну вот и все. Кстати, я считаю, что такая технология и под покраску очень хорошо, чтобы не лезть со споттером в разные мелкие ямки вытягивать, можно вот этим мини-лифтером и клеевым пистолетом. Не стоит это не очень дорого, а меньше сварки, меньше ржавчины. Так что технологии идут вперед. Ну а сейчас я покажу вам, что у меня получилось. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои видео. Пока. До новых встреч. Итак, вот что у меня получилось. Может и есть какие-то мелкие грешочки, но для первого раза, я думаю, нормально.